С 21 марта налоговые инспекции Томской области вернулись к очному приему граждан после временной приостановки. Однако, прежде чем посетить налоговую, следует записаться на сайте, так как в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции, сообщает областное управление Федеральной налоговой службы. Записаться на прием также можно по телефонам горячих линий инспекций, на сайте ФНС также можно уточнить их адреса и график работы. Налоговая служба напоминает, что решить практически все вопросы по налогам можно удаленно. На сайте доступны более 70 электронных сервисов по разным направлениям. Работают личные кабинеты налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Единый контакт-центр ФНС России 8 800 222 222, справочная служба областного УФНС 8 38 22 28 00 28.